Короче, ладно, говорит, понять. Сейчас раскидаю свои метки. Я говорю, я привык так. Типа, если бы сейчас они заспаунились более-менее, ну, близко к боссу, а не 4 штуки прямо под спавном его, то было более-менее. Кинь шкаф, Лок. Можете не резать, они отошли, скорее всего. Киньте шкаф, суманите меня, я не пробегу через мобов. Ты где ты хочешь? Прямо там его ждать? Босс стоит в звезде. А все боссы, блин, там стоят, кроме там Poison. То есть туда его ставишь просто и все. Метки что? Там, например, два вара, они закрывают в том районе, то есть они закрывают черепок, квадрат. Хилы желательно закрывать вот квадрат, ну, точнее, крест, черепок, вара там. Хилы желательно закрывать как раз вот-таки квадрат луну. То есть они тут тусуются. РД просто вот. Три метки задние. Все, для них, пожалуйста, пускай закрывают. То есть там Хант может, например, в ебенях стоять. Он может печеньку закрывать. Два РД могут закрывать его район вот трусов, ромбик. Это условно просто в какой зоне появляется. Появилось там три метки с одной стороны. Побежали туда, сместились. Поели с другой, побежали туда, сместились. Да вот поставь хотя бы нет. Вот там, где лежит вар, просто вот туда вот, между куб... Вот, между ромбами тогда вот сюда перекрестие поставь хотя бы босса. Может, если так вот близко туда будешь стоять, люди не смогут некоторые оттуда убегать. По крайней мере, я потом не добегу, если мне нужно будет в трусы бежать закрывать. Если там будет слишком много рун. В трусах они... Не могут те, быть то, что там стоит босс слишком близко, блин, да не могут здесь. Я тогда помню, 4 появилось вот здесь, сзади. Ладно, 2 появилось пробуем. Там, 4 здесь. Че бухтеть? Да, они там сигары курят. Вот, просто вот. Не туда, не сюда, вот, пожалуйста. Ну, я может, боюсь, что если он будет стоять желто, он ебанет руны куда-нибудь, не знаю, вот сюда вот. Да он может, по-моему, все это комнате ебашит, там вообще не ебет, где он стоит. Он не может закатить просто... дальше ранжа определенного от себя. Просто прикол в том, что если ты будешь стоять там слишком рядом, любой из двух левайтинг или поза, на кого-то может сагриться из нас, пойти и тут же шотнуть. И танк не успеет нихуя среагировать. Может, если я на хиле вот здесь стоял, стал. Блядь, умирал иногда. Ну что, надо реагировать. По-моему, они таунтятся. Но это не точно. Ну, где они там, бля? Я ж прошу, резните.
Кто там может? Крестница Приста. Володька, это девушка не приз. Вообще плохо, у него тоже пропал. Я что, один здесь могу резать? Да вон, что просто стоит рядом. Феникс же резать может. 3-4. О, спасибо. Володька, ты не помнишь, на танке вот это стакается? Вроде да. Не совсем помню. Потому что я, по крайней мере, энхом бить точно не могу босса. Я за секунду, потому что набираю хуй вот тысячу стаков просто. Не, да, этими ДДшниками я знаю, но танком. Я хочу пытаться потаунтить, если менять танк. Подшива. Ну, бля, Войд, давай. Камон. Это не густо падает с этого смотрителя. Мало шмот. Так, кидаю рыбу, короче. Ешьте. Короче, первого босса поставишь примерно вот сюда, и там мы будем бить желтую метку. Череп, крест. Если там будут боссы, ребята вот здесь не будут доставать бить, понимаешь? Ну так ближе подойдут. А потом будут бежать обратно в печеньку закрывать. Давай поспорим, бля, что в печеньке не будет. Я спать не собираюсь, я уже тактики посмотрел. Ну, серьезно. Волось, как полтос, легкий, давай. Чисто за полтос. Я хожу, я твои тактики, нахуй, в первый раз на Сирусе вижу за все это время, поверь. Я даже не хочу с тобой спорить. Ну ладно. Так, все вроде есть, сопроты все перепили, только у нас... один дрявый приз. В смысле, я выпил. Все выпил. Как на пол. Закастуй на меня, пожалуйста, этот СС локом. Все готово, я отдаю подсчет. И поехали. Пять, четыре, три, два, один. Герб. Стопнули ДПС, закрыли руны. Бьем. Стоп ДПС, руны закрыли. Бьем. Перетащи ближе к луне босса, короче, в ту сторону.
все нормально. Стоп ДПС, стоп ДПС. Бьем. Стоп ДПС. Бьем. Медведь готов все ловить. 6-4%. 1%. Лови. Лови быстрее. Зау бьёшь. Хорошо. Держи тут. По центру, тут подо мной. Эта сфера, надо быстро ее убить. Быстро убить сферу. Сфера. Ну не убегай ты, мать твою. Не замедли зону. Да, хорошо. Станешь сферу быстро убить. Еха на тебе. Рибаф по Володе дай. Сбивай еха. Еха, нажми кнопку. Хорош. Сферу выбить еще одну. Шанис, скажу когда. Шанис будет сбивать. Нажми. Еха следующий, Рица. А, нет, нет, Ридон, Ридон. Рица, бьёшь. Я пожал. Бейте босса, не сферы. Еха. Блин, рано, 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 сорян. Выбейте быстро. У Рида же остался. Риджми. Шансы. Выйдите на ком там дебаф. Похиль. Я собью Некс. Просто бейте босс. Подбивайте, готовься ловить поизона. Все стали в центр в печенку. Быстрее, поизона слови, таун. Вставай, таун. На тотемы на очищение ставьте сразу. Ребафы дайте по Тао, гимн на хп, на ману прист. Да. Эй, далеко ушел, куда ты ушел далеко так? Руку по нему, руку, руку, руку. Вокруг рейда бегаешь, вокруг рейда. Кто не поставил тотем на очищение? Он ману хилил. Это 11 хит это. Я понял. Все, бьете. Просто бьете. Локи, пэтов. Попробуй перекинуть. Тоже. Может получится. Ты рано водишь. Ты води, когда он кастит ядовитое облако. Сука, снова умер. А ты нахуя по ужин побежал? А, понял. Короче, сейчас будем смотреть.
это стоят 19. Диван умеешь быстро снимать на медведя? Или перетаун, типа, пробуй паладином, нажми минус 50. Хорошо, жди, медведь, не забирай. Куда ты, блядь, его повел? Все в порядке. Забирай, ебаный. Забери, медведь, забери с него. Воида прохильте там. Все в порядке. Не в лужу. Хорош. Он нормально сделал. Он побегал, типа, чтобы дальше бежать было еще, чтобы босс. Побегать можем вокруг Рии, да, не... Так, типа, он кастит, он набрал раньше, он не автотачит его. Наоборот, хорошо. Надо будет, наверное, еще раз так сделать. Пока нормально. Можешь, кстати, нажать сакру бабл по нему пока что. Затаунти еще раз бегай. Только в сторону черепа туда, наверное. Ой. Твой. Паладин. Воид, сбегай за таунти еще разок. Вот сейчас. Все, медведь, жди. Убегай еще дальше. Маны нет. Удастся, маны нет. Хильте чем-нибудь. 4%, 3. Володька, не Володька, Уюни побей тоже. Тупо... Суицид. Хильте танка главное. Похер на Уюни. Все, хорош. Это все? Парни, я вас люблю. В луже стоите, куда? Не бегите миликами в рейд. Танком в рейд не бегите. Все нормально. Ресайте. Ноги, латы. И херня. Я думал, просто тут каждого надо будет добить. Нет. Все, понял. Прикольно. Я сказал, 33% каждая перефаза. Понял. У нас миликов просто много, так бы все было гораздо проще. Что, пошлите легенького гнева, ёбнем. А почему легенький? Что-то величайший босс в мире. Только надо ману посидеть, отпить. Скажи ты Баромиру. Что, не прохиливает? Которую нахуй, жирно лыжи закрыть? Ага, да. Пошел нахуй на лучах, блять, нахуй. По телескоп, блять. Ага, давай подевай. Так, стоять. Не туда. А, ну я уже. Я, конечно, спасибо нахуя нам лево, когда мы можем просто дома обошел сагрить и уйти, и все. Так, понял, принял. Бля, еще б не лагало. А че это ж зеленая лужа под ногами? Сани его. Слушай, а че мы справа, скажи мне, пошли там один моб всего стоит, дышу, и все. Ну, еще побежим.
Так вот именно, что там всего один моб. Его можно было бы убить, либо к нему пройти, и все. Потом между пачками проходим к лестнице. Ну вот этого ты точно сагришь к лестнице, в любом случае. Типа, либо ты возьмешь вот этого, либо того бродячего. Какая разница. Да, насколько я помню, этого можно было и пройти мимо. Все по правой стороне аккуратно идти. Не дамажит эти искры, бейте. Скиньте там каску листобавчину. Такое. А у Креста есть это реги для пристабафа? Есть. Кинешь мне пару штучек. Лучше, у нас есть лок. А зачем нам этот лок? О, спасибо большое. Так, Войд с нами, меня слышно. Что-нибудь плюс-минус какие-то. У тебя есть реги на диван? Короче, медведь С3, ты тупо забираешь мобов и бежишь вперед. Моноеды приоритет, моноедов главное забрать. Присты раскидывайте эфиры по моноедам. Побежали. По правой стороне собирай и беги. Хилите по дороге, медведи. Прожмись только. Хилите его? Да, да, да. Только фиряйте моноедов, которые на вас. Ну, ты спиной не беги, ты бочком беги. Вот до упора в эту стенку упираемся. До упора прям. Можно чуть правее. Кидает диван по-любому. Все, падайте. Все, Таус, снимай диван. Он решил не умирать. Отпились, отъелись, поехали. То потом, там на ФК все равно пока что. Но мопса сейчас походу пропустил. Приехали. Черепок я дам стан. Во второго надо будет что-то скинуть. Ходж какой-нибудь. Давайте, пуль. Я застану черепок.
в этого надо будет дать какой-нибудь ходж или медведь без хиста. Дайте шкаф. Сейчас добежу немножко. Зачем, если он здесь? А, он с нами уже. Копыта сложная, да? Сложная. А мы его будем? Вряд ли. Это последний, да? Что ли? Копыт. Нужны копыта, только Молчезар и Опера. Ханта, ты как, с комнатами дружишь на копыте? С чем? С комнатами. Надо напомнить, я давно играл. Бля, чтобы напомнить, нужно знать, а я не знаю. Ну там надо кого-то уебать, да, и кастом сбить, вроде как, нет? Короче, там моб 172 тысячи хп, и ты бьешь моба, из него дропаются сферы типа тебя хилят. Но при этом тебя бьет моб, и тебя бьет само нахождение в комнате. Там супер много урона. Походу. Ну, я не знаю, там как-то там вроде ставят, который танк. Еще какую-то херню делают. Ну, как-то убивают. Но я за хантов шарик сделал.
чё, тени рана тоже пропускаем? Да. А он сложный? Бля, ну, нелёгкий. Не тот ДПС. А. Платька, я думаю, не тот ХПС. Без второго паладина и с нулем массивов. Такое. Так, медведь, ты шаришь, что прожимать на гневе? И когда? Бля, херово. Поцелуй, херня. У нас в первом статике ДЦ его взял чисто из-за того, что мы с ПД есть. Мне хотя бы, хотя, ну, у меня и так нормальные тринки пока что, можно было бы и лучше, но не падает. Медведя минус 50 же нету, да? Ну, он еще рассчитает редар, у него уже 40 с обратой дополнительного. Бля, ну прохладный сейф. У него кожа есть, у него инстинкты есть. Хотя у него нет симона, инстинкт, значит, у него меньше дают. Потому что у него там две, у него две тринки, там на поглощение одна точно есть. Ну чё, сейчас будем обмазываться с лакрами и этими зубами. И Джинил смысл побивать танка. Как тебе, Володь? Короче, для тех, кто не был на гневе, что происходит? Начинаем, выстраиваемся в рядок и стоим, ждем. Из телескопа кастятся три луча. Что делают лучки? Вешаются на человека и длятся 40 секунд. Каждые примерно 5 секунд из вас вытекает лужа, которая вешает на вас сайленс и дамажит, пока вы в ней стоите. Ваша задача, пока вы под лучом, прыгнуть вперед, назад, куда-нибудь, желательно вперед, чтобы не стоять в луже. И разливать лужи как можно меньше, ну, по объему. То есть разлили лужу, вторую впритык к ней. И так далее. Эти лучи, лужи снимаются чем? Снимаются любым инвизом, любым там... с этим баблом и тому подобными приколами. У нас таких классов немного, так что вы, скорее всего, будете бегать лучше. Боб, если что, Войд, будешь давать по хилам, если они будут в лучах оба. Приоритет дать по шаману, наверное. Дальше, если вы пересекаете лучи друг с другом, то вы умираете, убиваете нас всех. Если вы просто пробежали сами через луч, но у вас луча нет, вы просто умираете сами. Так что через лучи бегать запрещается, пересекать запрещается, старайтесь делать так, чтобы вы не убили нас. Так, закинь еще диван, ой, не диван. СС-ку по ДЦ Присту. Так, как раскинь метки. Я назначу следить. Дальше. Медведям по прожимкам. Первое дыхание. У босса будет 5 дыханий всего.
Первое дыхание ты не отдаешь ничего. Оно будет, пока ты будешь его вот вести к полкам. Второе дыхание ты прожмешь дубовку, и у тебя вроде был компас. Нет, нихуя у тебя не было. Ладно. Короче, дубовки, я надеюсь, хватит. Дальше. Третье дыхание ты прожимаешь инстинкты. Четвертое дыхание тебе дают зубы. Пятое дыхание сакра. Как-то так. Смекаешь? Гим ничего не дает. Всего шотнет, типа, такое. Так, короче, я расставляю метки. Ваша задача. Метки стоят по квадратикам. Сейчас поясню. Сколько там? 3, 4... Ну ладно, похуй, какая плоскость, по идее. Далеко увел, но хуй с ним. Короче, 8 меток стоит. Назначаю людей. Медведь, будешь вести вот сюда, то есть через одну. Без метки, вот тут. Стоит Void. Дальше Тау. Дальше... Нет, ты в квадрате Тау. Дальше пусть будет Лок. Потом после Лока вот тут ШП. Вот тут ДЦ. В черепе. Ну и там милики дальше рассосемся. Хант в черепе постой, короче. Остальные дальше 3 милика. Похуй плюс похуй. Если на двух хилах будут лучи, скинешь по шаману это, Боб. Чтобы снять. Ну и все по сути. Все, что надо знать. Бьете босса, когда скажу. Когда скажу, ваша задача убежать в печенку, то бишь вот туда вот. Сразу говорю, вот тут вот будет стоять Рид. Я на него еще кину печенку, где он? Короче, под печенкой не стоять. Ваша задача упереться ебалом в стенку. Стоите, вы наказаны. Да и, ждете, пока я говорю, подбегаем к боссу, готовимся бить. Подбежали к боссу, бьете его в зад, чтобы вас дыханием не убило. Слышишь, пускай Юни берет, потому что мне на этом боссе тяжело урон сгоняется здесь пиздец как. Так, не у Юни. У Юни. Шаришь, где брать у Юни? Короче, смотри. Когда закончилась фаза, босс идет в центр, твоя задача подбежать и стать вот сюда, вот, где Володька прыгает. Тут будет такая красная херовина, лужа. Твоя задача забрать эту лужу как можно быстрее. Это надо важно. Ну, как лужа выглядит. Так. А вот с теми, кому дадут вот луч, вот мы стоим, допустим, что надо делать? Вот у меня луч, да? И что я должен Короче, делать? Короче, смотри внимательно. На мне чипок, то есть на мне повесился луч. Луч будет каститься вот прямо из телескопа. Моя задача, подо мной заспаунилась лужа. Я беру такой хоба, и я уже не в луже. Стою, чилю дальше. Все. Если ты РДД, ты можешь побить босса. Если ты хил, то есть ДЦшник, твоя задача на ДЦ где-то там стоишь. Вот, зеленый, вот. Да? Ты можешь пробежать чуть правее вот сюда. Если там нет лучей, и подхиливать танка. То есть подхилил танка, отошел, выпрыгнул из лужи, хилишь дальше. Можешь ты крюками бегать, можешь хоть спиралькой бегать эти лужи разливать, короче. Не стоишь в луже и что-то делаешь. Если... Назад можно разлить? Что? Назад можно разлить вот сюда? Назад нет. Назад не разливай, потому что через зад бегают все ДДшники. Если на вас нет лужи, вы бежали назад, сделали 2 шага назад, и через именно вот зад обошли и бьете босса вот так вот. Все. Это все, что надо делать.
Понял. Ну, надеюсь, все понятно. А ты танку объяснил, как ловить луч нужно? Точнее, как нужно портал поймать правильно, где встать? Так, портал. Он у него точно так же появляется, как и на РДД портал. То есть в том же самом месте, зеркально. То бишь где-то вот тут, Володька, да? Ну, плюс-минус, там буквально полметра впереди, но это похуй. Покажи ему когда дракон съебется от тебя в центр, твоя задача оказаться вот тут. У тебя под жопой будет красная фиговина, и твоя задача... И вот бросит тут же. Он через одно дыхание появляется. То есть надо первое как-то прожить. И ему нужно вот здесь засейвиться, на всякий случай. Вот эти книжечки тебе в помощь. Ищи текстуру, где тебя не будет откидывать здесь. Жопка встал, чтоб тебя не откидывало. Вот она, видишь? Я прыгаю. Не упираешься. То есть тебя будут откидывать, ты не сможешь. Появился портал. Тебе нужно его забрать. Если не все три луча, все три портала не заберутся, вред будет вздыхать. Также полез под телескопом хиловский. А если он просто въебал, а боссу побежит? Не скакать? Он летит хуй, он сразу же летит нахуй в угол тут. Да. Интересно. В общем, сначала книжечки, одно дыхание, ждешь, тебя откинуло, а потом прибежал, полутал как можно быстрее вот этот херовин. Потому что она будет бить и тебя, и будет бить рейд. Рейд прохилят, а вот тебя вряд ли. Ну и все, по сути. Пробуем. Там закастили СС-ку, да? Да, закастили. Готовность. Обновите бафы, кому не хватает рыбы или чего-то, скажите. Рыбу ставлю, наверное. Доставлю рыбу. Когда будет перефаза, будет босс убегать обратно в центр. На нем будет висеть дебаф типа возвратки. Не хуярьте в него. Смотрите, когда он спадет, тогда и будете хуярить. Либо по команде. А зачем хуярить и сдохнете тут же? Я же говорю, чисто ебалом в стенку стали, вот там за желтой меткой в стенку уперлись и стоите ждете, я все скажу. А саппорт тут надо или можно ДДшно выпить? Желательно, пусть будет саппорт. У босса берсы нету. Живые, босс мертвый, все в порядке. У тебя паладин спрашивает в чатике. Первая ничего не прожимает, вторая дубовка, третья жмем инстинкты, третья зубы, четвертая сакра, пятая инстинкты дубовка, я думаю, откатится. Третья зубы, окей. У него дубовка не откатится. Не откатится? Что хочешь? Разве минута, умереть же вроде меньше минуты, нет? Они типа на две? Ладно, тогда... Первая нихуя, вторая инстинкты, третья дубовка, четвертая зубы и пятая сакра. Вот так. Хорошо. Я надеюсь, 3 минуты и откатится с Ивой. На хп ему крикните. Еще раз готовность, поехали. Ты можешь, кстати, нет, там арканом бьет, сука. Все, все готовы, медведь пуляет, ищи его вот в угол. Все стоим, чилим, РДД могут побить. Хилы хилят, очевидно. Он не таунтится, его так бить надо, если что. Что там, 5 секунд лучи, приготовились. Лучи пошли. Ну, забери. Первое дыхание было. Риста чего умер от ужина? Да. Но зачем ты мне стоял? Она не доставала вроде бы, а потом начала бить, ладно. То все там дыхание. Второе дыхание.
Ты сейчас нас зовешь, уходи отсюда. Прист, уходи. Мысли, почему? Третье дыхание дубовку готовь. Да не ты, а шипа. А. Четвертое дыхание готовь зуб. Когда четвертое дыхание уже? Я скажу. А. Давай зубы. Войд, стоишь близко, тебя вроде два. Войд, левее стань. А, это... Их четыре было всего? Эхо, уйдите оттуда. Уйдите от стола, Юни. Юни к столу. Юни, вон туда. Стали в стенку, ебалом в стенку и стоите. Я сказал же. Портала, готовься медведь забирать. Медведь, забирай. Все, ну, хорош. Шипе, можешь побить немного, хильте шипе. Только шевда не езжай. Готовьтесь бить. Пошли бить Геру дальше. Это пятое было? Сори, я такой значок. Все, вот таких 3-4 фазы пережить и вы убили босса. Все, что надо. Достали по своим местам. По меткам, по меткам, по меткам. Бегите, глупцы. Подхильте танка, хилы. Лучи заспаунились в тау, да, и этот боб. О, к влево убегай просто к хуям. Дай пол места. Это было первое дыхание? Да, первое. Дальше инстинкты должны. 30 секунд зубы. Его убило. Дай диван. Кинь диван в кого-нибудь, похуй вообще. Хорош. Не откатываются. Проблемка. Порисуйте. Но я просто тогда не понял, типа, первое, у тебя было нихуя, второе, инстинкты, третье, дубовка, и получается на четвертый ты что отдавал? А пятого не было дыхания. Не, Войд, это было четвертое. Но если это было пятое, но четвертое, что мы отдавали тогда? Да он прослакал. Рольница. Тебе надо медведь с парированием? Я думаю, нет. Короче, рольте на успехе, там кого надо. Пусть будет. Там этот... Твой ты будешь ролить? Потом один будет грустить, когда выйдет опять. Ну да ладно. В смысле грустить? Это хорошая тринка, очень помогает волка. Рольте. Да, Аздрид просто нагнул, нахуй, чего вы пытаетесь? Кожаные ублюдки. Понимаю.
Так, что там? Поехали дальше. Будем исходить из того, что 4 дыхания всего было. Но я говорю, если у него не было сейва на одно дыхание, то его бы убило. Если вы дали 2 в один момент. Так я понимаю, я говорю, то есть первое не дает ничего, второе... Ладно, похуй плюс похуй, как говорится, go try. Чек на пул и поехали. Встали по местам. Еще волочка не хватает, все. Пуль босса. Было 5 дыханий, там все нормально. Я даже, блядь, пересчитал сейчас, нахуй, специально. 5 дыханий было. Первое. Дыхание начинает спасываться. Первое пошло. Следующие инстинкты. Влево-вправо же, видите, что место должно было там. Подхилит. Блин, схильнеют, Лара. Уж там рядом бегать. Мне кажется, я запер себя. Это было третье. Сейчас понял, как урона не лутать. И он умирает. Без ДЦ получается. Ладно. Да все, 12 часов, типа забей. Ладно, падайте. Короче, давайте идем спать. На входе разролим. Умирайте, вставайте, заходите в инс. Ага, я в Долоране, кайф. Нажимай там. Нажми кладбище тебе. Люблю эту игру просто. Чисто быстро тебе порт Долоран. Серус умеет у тебя. А что такое, Паудин, тебе уже тренинга понадобилась? Тебе же неинтересно она была. Коллекция я возьму. Коллекция? Ну потом в ОКО я посмотрю, какая эта коллекция это будет. Когда будете рефлектить. А, медведь надо? В одном месте. Всем спасибо, до свидания. Давай, пока. Не, ну пощади там, медведь на мейн. Так, что там? Кисти. Я хз, на сову хочешь? Надо было друида создавать. И плечи, наверное, туда же. Или шаманом заберешь. Ну, короче, туда же. Ноги рольте. Кому надо. Нет, Паладин. Не сегодня. Ну, получается...